На Первом канале продолжается премьерный показ шестого сезона детективного сериала «Ищейка». В сюжете 11 серии, выход которой ожидается 20 января, мы увидим, что в парке найдена мертвой молодая девушка по имени Алиса. Классическая версия убийства женатым поклонникам рассыпается, как карточный домик, когда команда Кушнир узнает причину смерти. В гибели Алисы виновато экзотическое животное. Однако кому пришло в голову использовать столь необычное орудие убийства? Расследование приводит Александру на популярные женские курсы. Она решает воспользоваться советами гуру и попадает в большие неприятности. Премьера новых серий состоится 20 января на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.